И снова здравствуйте. Сегодня я готовлю тыкву по-гречески. Это очень вкусно, советую попробовать. Для приготовления я взяла сладкий сорт тыквы. У меня здесь 1 килограмм, я порезала крупными кусками. Также понадобится томатный соус или томатное пюре. Немного воды, оливковое масло, чеснок, орегано или базилик. Можно взять прованские травы, соль и перец по вкусу. Готовить я буду в мультиварке JF Grill. Выбираю режим жарко и 10 минут буду обжаривать тыкву на оливковом масле. Масло нужно примерно 3 столовые ложки, этого вполне будет достаточно. У меня мультиварка многофункциональная, поэтому все приготовление будет осуществляться именно в ней. Но если же нет такой мультиварки, а блюдо хочется все же приготовить, обжарьте на сковороде, а затем поместите в форму и довести до готовности можно в духовке. Чеснок я измельчаю, можно это сделать чеснокодавкой, можно порезать ножом. Тыкву переворачиваю, примерно через 6 минут я ее перевернула. И дам ей еще 4 минутки для того, чтобы поджарилась вторая сторона. Останется добавить специи. Соли я возьму пол чайной ложечки, но это по вкусу. Также добавлю немного молотого перца, чеснок измельченный и прованские травы. Как я уже сказала, можно использовать базилик. В оригинальном рецепте идет базилик. Добавляю томатное пюре. Можно развести томатную пасту. У меня 80 мл. Теперь нужно перемешать и добавить воды. Миллилитров 40-50. После этого тыкву следует запечь. На это уходит 20-25 минут. Я буду запекать сразу же здесь, в этой мультиварке, но можно переложить в форму и запечь в духовке. Накрываю крышкой, выбираю режим выпечка, ставлю 25 минут. Вот такая тыква у меня в результате получилась. Она очень ароматная и очень-очень вкусная. Приготовьте, попробуйте. Уверена, вам тоже понравится. А я на этом с вами сегодня прощаюсь. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. До новой встречи, до нового видеорецепта.